Привет! Всем привет! Мы продолжаем играть в Resident Evil 2. С вами, как всегда, 5P74. Так, куда мы направимся на этот раз? Так. Сходить налево, но... Не знаю. Можно, конечно, опять дойти до конца вниз. Мы так в прошлой части не дошли. Налево же у нас вроде огонь, да? Да, точно, здесь пока огонь. Может, там потом нам какой-нибудь огнетушитель дадут, не знаю. Давайте тогда сходим вниз там до конца. Осмотримся. Или... А, ну вот можно здесь в конец коридора сбегать. Ворон попугать. Слышь, ворон, а тебя можно убить, нет? Одну убили. Еще одного заклевали. Так, чтобы не мешались. Кто там еще каркает? А вот киш пернатый. А, патронов в душе нету, остался только дробовик. Пакеты какие-то. Прям фильм. Хичкока, что ли, был там птица, или как он там назывался, фильм ужасов какой-то. Типа такого. Не бы еще бы сюда приплели технику, которая восстала. Так. Это что такое? Что-то тут все разрушено. Избыточное давление может повредить водяной бак. А нам и надо его повредить, чтобы он тут все потушил. Я так думаю. Или я ошибаюсь? Сейчас все узнаю. Что на этом уровне ничего нет, что ли? И нас ждет спуск вниз. Немножко так, конечно. Карта такая достаточно. Не надо. Ты не в моем вкусе. Вкусе. Так, это мы куда-то. А уже в городе. Ну, пошлите в город. Привет, ребята. Не буду вам мешать. Патронов у меня мало, поэтому... Будь без меня там, сами с собой разберитесь. Так, здесь у нас что? Не похоже, что его часто использовали. Это что такое? Ничего особенного. Аккумулятора какого-то там или что? Лента. О, патроны вижу. Это хорошо. Печатная лента, да? Взять, не взять, или пусть тут лежит. Блин, жалко, тут не отмечено, где сейв рум. Так, вентиль. Случайно он не туда используется?
где там что-то с подачей давления. Так, а что у нас здесь? Сначала посмотрю тут, если что, обратно сбегу, посмотрю, может туда его придется впендюрить. Хотя там не писал, что там. Ой-ой-ой. Это я зря сделал. Придется вас, ребята, убить. Девушка, что ж ты так? Ты вас забираю. Нет, оставлю здесь, мало ли, вдруг как-нибудь все равно придется туда идти. Что надо будет запомнить, что здесь есть лента. Блин, патронов и так нет, они еще мне зомби лишних тут суют. Скоро дело дойдет, что придется на ножах с ними воевать. Не трогайте меня, я несъедобный. Отвали от меня. Как же неудобно это все управляется. А, давай, давай. Господи, кто их озвучивал? Здесь, по ходу дела, можно отпихиваться, если нажимаешь кнопку. Или он сам так и так может отпихнуться. Совсем понятно. Так. Чё? Надеюсь, он сюда используется. Да! Ура! Крути баранку, блянчик наш. Я забил тебя подгонять. Вот, вертолет. Как я любил тебя, Леон, выгоняем в четвертой части. Пришло время во второй тебя погонять. Так, он что нам еще пригодится? Ну, потушили, дальше что? Можем улететь или только патроны забрать? Че, куча металлолома. И че, ради патронов, что ли, мы тут все тушили? Как-то непонятно. Пойдем вниз. Так, прям по коридору и налево. Чпок, чпок, чпок по разбитым стеклам. Надеюсь, склеванный полицейский не встанет больше. Так, сюда. Хотя, конечно, можно было что-нибудь оставить, но я пока не знаю, что. Мне надо все осмотреть пока. Пока-пока. Ну, пока сказать особо нечего. Бегаем, бегаем. Парень. О, патроны. Отлично. В прошлый раз я его что не использовал, я в него только стрелял вроде. Так. Там закрыто, обратно заходим в офис и в большую дверь, где куча зомботрясов. Здесь у нас заблудшая душа таскается. Ну пусть ходит, мы ему не будем мешать. Надеюсь, меня здесь не съедят.
О, идут, идут. Ну давайте, мужики, я готов. Подходи, всем хватит. Чёрт, как ты, блин. Да ёлки-палки. Все, не буду я на них больше ничего тратить, пусть они тут шатаются. О, трава. Трава — это хорошо, с травой здесь проблем нету. Все в порядке. Ну давай попьем. 28 сентября, ночная смена, Джордж Скотт. И что? Там что-то кто-то разыскивается. Что-то эти зомби так долго идут. А здесь? Или он и говорил про ящик? Не про коробки. Опять шорканье, опять длинный коридор, опять камера по-дурацки. Ну кыш, блин. Вы меня просто бесите. Кто их озвучивал? Да вы что, рехнули что ли, а? Чё это? Ой-ой-ой. Не надо меня кушать. Я сам кого хочешь покушу. Сто лет не ел уже. Так. Дробенчик. Дай. Ай, ненавижу. Ну, блин, как в них попасть нормально? Они меня уже бесят. Чтоб так повезло, чтоб две головы сразу снял. Лен, целься лучше, прям в голову. Плохой Степа ученик. Хреново Степа полицейского выпустил. Попасть нифига не можешь. Так, впереди фиолетовая дверь, это, наверное, бубны. Ну, точно. Местный полицейский участок, у них такой хитрый бубный, червы. Так, еще трава, отлично. Подбираем. Подбираем, говорю. А не смотрим, стоим, носу ковыряем. Так. Что за дверь? Когда мы найдем какую-нибудь вещь полезную, которая откроет нам что-нибудь типа шестеренку или семеренку, может. Так. Камера допросов. А вон там что-то блестит. Волшебное зеркало. Надо же, как они его обозвали. На полке ничего важного, кроме 10 патронов, 3 аптечек, да. Пойду документ почитаю. Там еще вроде, может, что-то есть, кроме. Маленький ключ. Надо сходить, дверь открыть. Все вроде или нет? Мне показалось, там папка еще. Нет. Я все буду просматривать, все. То опять что-нибудь упущу важное. Ладно, все. Потыкались и хватит.
еще надо вспомнить эти ключики маленькие. Так, на право вроде. Ага, вот еще одна комната. Трефы. Трефы мне вроде не попадались. Так, надо выйти в центральный холл. Там где-то был... И вспомнить комнату, где... С тумбочкой такой. Так, тут два зомби еще. Короче, ничего особенного здесь нет. Мордой я потыкался так во все. И наш раненый Леон выходит героем из этих всех помещений. Так. Наверх. Надо наверх и налево сходить в библиотеку, посмотреть эту тумбочку, проверить еще раз. Шлеп, 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 шлеп. Так, а кого я здесь не беру? С правой стороны? Так, возможно, здесь. Да, вот он. Столик этот. Ну дайте мне кучу всяких патронов. Части пистолета. Вау. Неужели мы соберем модернизированный пистолет, как в Resident Evil Zero? Круто! Ну-ка, очередь даже. Можно очередь стрелять. С прикладом. Можно стоять очередями с отсечкой по 3 патрона. И как лучше? Очередями, не очередями. Как из автомата, что ли? Так. Так, ладно, пойду я сохранюсь пока. И уже тогда перед новой частью буду думать, куда дальше идти. Потому что так навскидку сейчас не помню, куда, где мы еще не были. Спасибо за просмотр. До скорых встреч. С вами был 5874. Пока.